всем! Меня зовут Изабель. Я сестра уже известной вам Франкенштейн. Моя прелесть! Жратва! Я рыба! Что я рыба! Спать? Лагуна очень коварная. Я психолог, и сегодня хочу поделиться с вами несколькими советами, которые помогут вам в общении с людьми. Так как все наши монстряшки чем-то заняты, помощниками моими сегодня будет Торолей Страйп и Нейтан Рот. Я надеюсь, что ребята выучили свой сценарий и не подведут меня. Приятного просмотра! Совет первый. Подмечайте черты и особенности человека и не забывайте упомянуть о них вслух. Твоя прическа похожа на задницу. Совет второй. Предложите вкусняшку. Держи. Помогают от прыщей и рахита. Совет третий. Спросите, как именно человек добился своего места в обществе. Совет четвертый. Говорите на общие безобидные темы. Как погода? Супер! Совет пятый. Сделайте человеку что-нибудь полезное. Твой телефон больше не глючит. Совет шестой. Обнимайте. Люди любят обнимашки. Да-да, я тебе попозже перезвоню. Тут что-то ко мне прилипло слева. Совет седьмой. Находите общие черты. Мяу. Ты знаешь, как будет дверь по-французски? Нет. И я. Видишь, у нас много общего. Совет восьмой. Придумайте собеседнику милое прозвище. Эй, голова попик. Это были все мои советы. Спасибо за просмотр. Удачи. Ну а я пойду убивать Нейтана и Тору. За то, что сценарий не учат!